Всех приветствую! Хочу познакомить вас с иллюстрациями журнала «Вестник моды», 1894 год. Попался на глаза этот журнал и решил сделать просто такой маленький видеоряд. Наверное, это будет интересно для женщин. В журнале печатались выкройки, раскрашенные рисунки, какие-то практические советы и некоторые женские романы. Вот небольшая выдержка из журнала. Хроника моды, Париж, 16 июля. Жарко, душно, и каждый парижанин берет свой чемодан и уезжает куда-нибудь на дачу. Большинство отправляется, конечно, на берег моря, потому что только здесь дышится свободно. Как всегда, для этой цели приготовлена масса всевозможных туалетов. Платья для морского берега делаются по преимуществу из батиста, шерстяных тканей и пике. Пике в этом году в особой моде. Носить всем известное белое пике, пике изинии, красивое желтое и пике мелис, тусклое зеленое, почти серое. Шерстяные ткани не бывают таких цветов. И это те ткани, которые в старину портными употреблялись для панталон и жилетов. Наши деды носили это пике неопределенных цветов. Купальный костюм состоит из широких турецких шаровар, какие носят велосипедистки, и блузы с боковой застежкой. Маленькая кофточка болеро обшивается тесьмой. Красивый шелковый кушак застегивается кожаными патами. Большая соломенная шляпа отделана галуном. А вот еще один изящный костюм для купания. Он сделан из синей саржи и украшен широкой белой волнистой тесьмой. Белый шерстяной кушак завязан на боку. На ногах черные чулки и полосатые туфельки. На голове красный клетчатый платок. Для защиты лица от солнечных лучей носит плотную кружевную вуаль светло-желтого цвета, то есть цвета изинии. Это цвет свежего масла. Все нынешние кружева этого цвета. Такие вуали – последнее слово моды. Перчатки также немного изменились. Цвета модных перчаток немного гуще и определеннее. Таких, как, например, серый цвет грисперли, перешел в блекло-фиолетовый, белый, желтый, тельный, в розовый, ну и так далее. Говорят, что будут носить перчатки зеленый, фиолетовый. При утренних прогулках продолжают носить светлые замшевые перчатки с темными строчками и большими пуговицами. Эта строчка, или вернее вышивка, бывает черная или коричневая. Для наряда служат перчатки из мягкого тонка ошевро. В заключение еще несколько слов о красивой шляпе. Это очень большая шляпа из итальянской соломы. Края обшиты черным бархатом, шириной в 2 см. Мягкая драпированная донышко сделана из цветной шелковой материи. По бокам расположена по большому шу из белого тюля. Все, пока-пока, до свидания. Смотрим на эти прекрасные иллюстрации журнала «Вестник моды», 1894 год. До свидания.